Делегация правительства Франции добралась до французской Гвианы, где вот уже несколько дней не прекращаются демонстрации и забастовки. Министр заморских территорий Эрика Бареш с балкона мэрии Кайены извинилась за поздний приезд и недостаточные инвестиции в Гвиану. «Мне выпала честь обратиться к народу Гвианы и принести народу Гвианы мои извинения». Переговоры с лидерами протестного движения прошли за плотно закрытыми дверьми. Помимо Эрики Бареш, в них принял участие министр внутренних дел Франции Матиас Фекль. Один из главных поводов недовольства населения французской Гвианы – рост преступности. Также местных жителей волнует низкий по сравнению с метрополией уровень здравоохранения, образования, инфраструктуры и высокая безработица. «Мы живем как в колонии, нам нельзя говорить, нельзя устраивать демонстрации, а они тратят деньги, которые нам нужны на восстановление дорог, на улучшение системы здравоохранения». С понедельника в Гвиане по призыву Союза гвианских трудящихся, крупнейшего регионального профсоюза, была объявлена всеобщая забастовка. Блокада дорог осложнила работу европейского космодрома в Куру.